Всех приветствую! В эфире Телегид, ваш личный путеводитель по эфирному пространству нашего канала. На этой неделе мы продолжаем следить за событиями в Одессе Маме, а в вечерний прайм-тайм поднимем настроение отличными лентами. Все подробности расскажу вам я, Анна Троян. В среду ЛРТ предлагает вам провести серьезный вечер в компании мужчин. Картина с таким названием покажет времена разгара рецессии в Соединенных Штатах Америки. Крупная судостроительная корпорация вынуждена выживать, и управленцы принимают серьезные решения. Как преодолеть кризис, узнаем в среду 20:45. Привет, папуль. Привет, красотка. Чего улыбаешься? Из Чикаго звонил мужчина Фред Мандер. Был впечатлен твоим резюме и ждет звонка. Вон его номер. А в четверг вас ждет интересное знакомство с блондинкой с амбициями. Лента повествует современную американскую историю Золушки. Провинциалка застает своего жениха за изменой и вместо того, чтобы плакать в подушку, устраивается на работу в крупную корпорацию. Как изменится жизнь прекрасной блондинки, увидите уже 3 ноября в 20:45. Ну как ваши дела с норвежцами? Ладно, главное, они подписали контракт и на очень много лет. Поздравляю вас, мисс Грегор Стич. А еще на этой неделе вместе с ЛРТ знакомимся с современным направлением искусства – с граффити. Юный художник ловит кайф, расписывая стенки столичной подземки. Случайно в уличной разборке герой получает травмы и лишается поездки в Италию с выпускным курсом и любимой девушкой. Вместо Венеции его отправляют писать родные просторы в провинцию. Но и здесь он не может обойтись без приключений, только они уже совсем другие. Какие? Смотрим в пятницу в 20:45. Спасибо тебе, Андрюха! За все спасибо! Приезжай! Еще приезжай! Субботним вечером, друзья, в российской драме «Водитель для Веры» мы увидим всю правду жизни. Лента переносит нас в советское прошлое. Молодой красивый сержант становится водителем богатого генерала, а тот, в свою очередь, хочет женить его на своей неудачливой дочери. Впрочем, это не смущает парня. У него на Веру есть свои корыстные цели. Все подробности смотрим в субботу в 20:30. А я не буду! Тихо! Ты в это дело не лезь! Не лезь! Возможно, неделя была трудной, и времени посмотреть новости Люберецкого района у вас просто не нашлось. В выходные наш телеканал предлагает программу «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут самые интересные репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10:00 и 19:30. Эти выходные мы предлагаем вам провести с легендарной историей, которую знает весь мир. Лента «Ромео и Джульетта» переносит нас в Верону эпохи раннего Возрождения. Молодые люди влюбляются друг в друга, но прекрасно понимают, что им не дадут быть вместе. Однако они не намерены просто так сдаваться и делают все возможное для того, чтобы сохранить свое счастье. За подробностями на ЛРТ в субботу в 15:30 и в воскресенье в 20:30. Мертво ее лишь тело. Бессмертная ж душа на небесах. Ты знаешь точно, или кто сказал? Я видел сам, как в склеп ее несли. Затем немедленно весь дух к тебе помчался. Прошу, прости меня за то, что горестную весть принес. Ни за что не угадаешь, что они выкинут завтра. Все это о героинях ленты «Несносные леди».
основе картины несколько сюжетных линий. Главные героини – простые американские женщины. Кто-то добился успеха, кто-то терпит крах, но всех этих леди объединяет каждодневная суета с решением многочисленных проблем. Для мужчин эти дамы – несносные леди, но только они знают о том, как сложно быть женщиной. Картину смотрим в воскресенье в 22:45. Знаю, почему его назвали Теннер. Темный, как автозагар. А я считаю, он светлый лучик. А сколько сейчас времени в Индии? В Индии? Кто знает? Я живу в Лас-Вегасе. Нет налогов и можно сколько хочешь играть на автоматах. Ты здорово устроилась. На этом у меня все, друзья. Чтобы знать о нашем телеканале больше, постоянно заходите на официальный сайт Либерецкого районного телевидения www.lrt.tv. Смотрите нас и подписывайтесь на ЛРТ в соцсетях. С вами была Анна Троян. До встречи в эфире. Пока-пока.